Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья. Продолжая наши видеотрансляции, хочу вам сегодня показать, как мы проводим время на карантине. Понятно, что мы не едем туда, где есть люди, стараемся не контактировать, потому что вирус очень опасный сейчас ходит, жить хочется, поэтому мы поехали куда? Туда, где мало людей. Вот. Но хочется сказать, что очень жарко сегодня в лесу, солнце сверху печет прямо не по погоде. И лес сухой. Очень сухо в лесу. Вот, зато прекрасно. Прекрасно. Запах хвои. Это мы шли и увидели рядом военная часть. Поэтому есть следы пребывания человека. Довольно ощутимые и прекрасные. Видите? Да. Видно, что здесь люди. Люди живут рядом. Красота здесь. Хочется сидеть, дышать. Главное, воздух есть. Есть чем дышать. И вируса нет. В лесу очень жарко. Прям так жарко. Не по погоде, скажем так. Очень сухо, засуха. По всей видимости, не будет грибов и в этом году. Мы поехали найти сморчки. Потому что нам сказали, что сейчас как раз сезон сморчков. Вот. Но для этого, понятно, надо, чтобы лес был, чтобы была влага в лесу. А влаги нет. Ну, это у нас сегодня такая рубрика новости, или же интересные новости. Поэтому покажем то, что интересно, что весело. Дальше у нас будет все так же, как всегда, рубрика называется «Улыбнемся». Вот. Улыбаться будем сегодня вместе с географией. Вон наши грибники ходят и ищут, но ничего нет, потому что в лесу сухо. Срочно нужен дождь. Посмотрим, что нам даст природа наша. Молодых грибов еще мы не увидели, но прошлогодние есть. Вот, не знаю, как называется, но его прижимаешь, и с него, мы в детстве говорили, на него пухкалка. Вот это он спорами, вот этими спорами размножается. Вот я ему сейчас помогаю. Капуста мы называем ее. Осенью было намного больше здесь воды, чем сейчас. Обычно за зиму земля подпитывается влагой, а в этом году наоборот. Вот. Сухо в лесу. У леса своя весенняя песня. Все поют. Их тут богато. Цветет капуста. Капуста, да? Угу. Следы работы лесного доктора или дятла, или доктора для деревьев. Вот он. Но, тем не менее, это не помогло дереву. Оно упало.
иммунитета не хватило. Съел грибок. Сейчас захожу за такую, на такую полянку. Мне очень понравилось. Грибов, конечно, мы не нашли. Вот, но поляна очень красивая. Ой, запах. Запах не передать прямо. Как в сказке поляна. Называется «Дышим полной грудью». Укрепляем иммунитет в сосновом лесу. Сплошные фотокорреспонденты. Да? Куча их тут. Божья коровка, или мы когда-то в детстве. Солнечко, солнечко, выгляни в веконечко. Там твои детки поселок кутают конфетки. Да, вон натекает метр. О, сейчас полететь. Так, поднимай пальчик вверх. Вот так пальчик поднимай. Ты бачишь, як я показываю, Анжел? Уже вообще. Вот так, підніми, да, кажу. Підніми, і воно пішло. Ти коли піднімаєш, він пішов собі вгору, він завжди повзе уверх із-за того, як би ти не повзе. А воно все одно зараз поповзе вверх. Отак. І потім воно полетить, як ми казали. Там твої дітки кушають конфетки. Ага. Ні, не хоче. Вони ще сонні. Сонні. Поліз вниз. Ні, ну ти йому покажи, що вгору треба лізти. Отак. Заблудився щось. Він взагалі кудись заблудився. Не знаю, що з нього хочуть. А ну, полізеш? Полізеш? Ні, упав. Нема сили в нього ще. Рано. Друзья, ну поскольку рубрика наша все-таки называется «Новости и затем улыбки», хочу напомнить, что сегодня 28 марта 2020 года. Сегодня ночью перевели часы на 1 час вперед. Поэтому не забудьте, кто не перевел часы, переведите на 1 час вперед на летнее время. Нам все рассказывали, что очень много клещей уже в лесу, но мы не увидели клещей. Наверное, потому что мы поехали в хвойный лес. А они, наверное, живут там, где есть трава. Поэтому мы искали, но клещей мы не нашли. Но на всякий случай мы взяли вот эти вот всякие средства, ходим в шапках, чтобы случайно нам на голову не упали, потому что в этом году клещи проснулись очень рано. Зимы не было нормальной, поэтому и клещи проснулись рано. Наверное, поэтому и вирус мутировал, и такой опасный вирус сейчас. Вот потому что в этом году такая зима, как никогда. Ну, по крайней мере, я за свои 50 лет не помню, что была такая теплая зима. Немножко побродили в лесу, подышали свежим воздухом, воздух с хвоей, послушали птичек, которые поют. И возвращаемся к нашей машине. Там мы сейчас пообедаем. Ну вот, считайте, и выходной в карантине прожили. Самое главное, поберечься и не заболеть. Не подхватить вирус, то есть подальше контактировать друг от друга. Хочу показать, здесь озеро было такое, а его уже нет. За зиму озеро. А влаги было очень мало, поэтому сухо в лесу. Такие полевые называются. Из них можно сделать какое-то украшение handmade. Наши туристы возвращаются к машине на обед. Все-таки одно озеро мы нашли, которое сохранилось. Но воды здесь стало где-то сантиметров на 30 меньше, чем было осенью. За зиму воды. Ряска. Такое здесь озеро небольшое. Анжела тут только что ужика увидела. То есть ужи и змеи, значит, уже вылезли из своих нор. Да, купи крыща, еще полно клещей. Продали? Да. Снимаю. Клещей нету. Спят еще сонные. Красиво.
грибы. Грибы. Получается, на листочки ростуть. Це потім зверху появляється. Бач, вони лопаються, ці листочки. І там появляються, наверное, якісь спори. А все, дивися, що це. Ну, не знаю, теж якась квіточка. А тут хтось поїла постоянно, бачиш? Пиляють. Вони, напевно, тут цим. І воно, диви, повністю. Так молодці, сухе дерево. И хорошо, наверное, горит. И оно сухое дерево. Да, и то. А мы не взялись, да, чтобы посылать. На подушечке. Да. Вот там и сядем. А вот тут? Открывай, что ты ходишь вокруг машины? Ну, хоть найдя. Мачка, ты поводишь. Может, как в прошлый раз. Вокруг машины ходил, дядя Валера и понаходил. Все комментируем. Все, конечно. Дядя Валера даже ножики взял резать. Зараз будемо різати. А рис не взяли? Ну, я думав, взагалі думав, вроді накладав. Що рис не взяли, то можемо взяти. Ну, бери, що ми постелимо. Треба ж було взяти цю. Добре, ми оту синю сумку тягали, то там є що й постелити. А нема на тут багажнику нічого? А ну, відкрий ще раз, подивимося. Так оцю давай і постелимо. Ось уж біла ця штука. О, м'ячик. А тут що, Валюр? У нас теж м'ячик. Ми сьогодні теж м'ячик взяли. У нас він постійно з собою возимо. Ти м'ячик? М'ячик? Не можуть все одно машину. О, все, Анжела, а зайди. А це коробка твоя з телефона? Руки бери. Все, пішли. Бери її вдвоє, чи може вчетверо, як там? Та тут десь постели. Ось ще наш костюрчик, ось тут. Ось тут ось. Ми можемо костюрчик розпалити. А ти не взяв? Так, треба постирати його. Дивіться, він грязний. Візьми. Або викинуть. Ну, викинуть це легше всього, звісно. На нього ж не хочеться продукти класти. На, полотенце. Піднімай курочки, я полотенце кладу. Так. По клопцям і він. Будь ласка, не забувай говорити чарівне слово. У мені от від цього пароль буди, мене аж коробить. І плов десь тут ще був, да? А ну, Валір, відкрий. Чого ти мені не сказав, так? Да. Я ж От, Анжела, приятного апетиту. Спасибо, надо казати. Анжела, приятного апетиту. Спасибо.
Собакам однесу. А, піди підкорми собачок. Позви їх сюди. Сім весь рисок. І я чай. Круасаном. Да, круасаном. Круасан? Анжела, ти круасан їси? Я вже. Оце ми вже закушуємо. Ми поїли плов, суп і чай. А мені. Собачки. Їх тут підкармлюють. Іди, іди, мені. Іди, хороша. Іди, дівочка. Дівочка моя. Моя хороша. За зиму. Забулися за зиму. Іди, іди. Іди, хороша моя. Іди, красавиця. Іди. Іди ко мені. Давай, давай, давай. Ну так, ви забулись. Ми ж вас кормили. Іди, красавці. Будеш їсти? Давай, а. Угу, такі, каже, ми голодні. Не дуже, то, каже, ми такі голодні, да? Ну, які красотульки. Давай, ти прибігла теж. Їх тут підкармлюють, що вони такі не їдять. Такі, як ми їм дали. Ми їм дали макарони і плов. Дівчата не хочуть такої. Красавіця, дівочка така. Ой, куди ти її позвав? Ні, пиріжки ми їмо. Тому що там котлета, в принципі. Да? Можу поняти, де я включила, де не включила. А ти вже в положенні, дівчинка, да? Ти вже скоро... І ти, я тебе поглав. Ні, в неї живіт не висів так. Така понесла туди. До себе, додому. Вони не голодні, їх кормить хорошо. Зараз вона заїхала, що це буде. Привіт. Красавіця, красива така, як зебра. Зебра. Друзья, а сейчас, пока мы едем из лесу, вот едем домой, у нас есть время, и мы разминку для мозга сделаем. Сейчас у нас будет викторина, география мира называется. Я буду задавать вопросы, Анжела будет отвечать у нас. Итак, Анжела, ты согласна? Ага. Согласна. Так, первый вопрос у нас следующий. Какой континент тянется от буквы А до буквы Я? Сейчас я покажу. О, вот так вот. Внимание, ответ. А, ответ. Греция. От буквы А до буквы Я. Если Греция это буква А, то я, наверное, космонавт. А. От буквы А до буквы Я. Австралия. Континент. Второй вопрос. Какое животное есть в каждом поселке мира? Показываю. Вдруг плохо сказала. Внимание, ответ от Анжелы. Осел. Осел. П. Осел. П. В слове поселок есть буква П и дальше осел. В каждом поселке мира есть слово осел. Осел. Третье. Сколько государств входит в Европейский Союз? 27. Молодчинка. Быстро и прекрасно. Дальше. Следующий вопрос. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в океане? Буква Р. Буква Р. Прекрасно. Молодчинка. Дальше. Какую реку ловят в море? Ловят в море. Сейчас. На букву К, по-моему. Что такое? Какую реку ловят в море? Значит, это какая-то рыба, правильно? Да, рыба. Значит, есть речка, которая называется рыбой. Думаем дальше. Какая речка? Река Треска. Треска. А, Треска. Река. Есть такая река. Треска. Все правильно. Треска. Следующее. Название... Олимпийских игр. Назовите родину Олимпийских игр и марафонского бега. Назовите родину Олимпийских игр и марафонского бега. Греция. Думаем. Молодчинка. Быстро и замечательно. Дальше. В какой стране женщины носят сари? В... Ответ. Ответ. В... Сари носят... Да. Ой, сейчас. Саудовской. Саудовская Аравия. Правильно. Сари. Индия. Хвилиночку. Сари, сари, все про... Сари, сари. В Индии. В Индии. Ой, точно. В Индии. В Саудовской Аравии носят цей, ховают лице. Хаджаб, да, чекай назвать. Паранджу, паранджу. Угу. Дальше. Следующий вопрос. Какое государство считается крупнейшим потребителем золота и ювелирных украшений в мире? Дания. Нет, Саудовская Аравия. И я тебе рассказывала, почему. Потому что там мужчины все время дарят женщинам золотые бриллиантовые украшения, а вдруг что-то случилось, мужчина сказал женщине иди, и она ушла прямо со всем своим, со своими сбережениями. Берет то, что только что нам нужно. Да. Так, какая страна подарила миру знаменитого сказочника, автора «Снежной королевы» и гадкого утенка? Как звали писателя? Кристофор. Ганс. Ганс. Кристиан.
Андерсен. Страна? Дания. Дания. Следующий вопрос. Какую страну всегда вспоминают и называют при прощании? Сейчас я покажу. Дания. Нет, не Дания. А при прощании называют, говорят, спа... До свидания. До свидания. Правильно. До свидания. Вспоминают страну Данию. Абсолютно верно. Анжела была права. Дальше. Где есть... Что есть и у ботинка, и у горы, и у волны? Подошва. Подошва. Есть и там. Абсолютно правильно. Следующий вопрос. В какой реке есть помещение для самолетов? Опора. Нет, значит... Ангара. Потому что помещение для самолетов это ангар. Вот, а в какой реке? Ангара. Да. Как называется извилистая дорога в горах? Как называется извилистая дорога в горах? Серпантин. Чем отличаются сталактиты от сталагнитов? Чем отличаются сталактиты от сталагнитов? Тем, что сталактиты сверху вниз растут, а сталагниты снизу вверх. Наоборот, сталактиты растут снизу вверх, а сталагниты растут сверху вниз. Какой материк самый маленький? Антлантида. Австралия. 2 балла. Антлантида такого материка. Ни море, ни земля. Корабли не плавают и ходить нельзя. Ни море, ни земля. О, Анжелы уже досрочный ответ. Болото. Правильно. Чем отличается озеро от пруда? Размером. И еще тем, что... Тем, что пруд это самодельный... И происхождением. Да, правильно. А озеро природой созданное, да? Значит, размером и происхождением. Какой прибор служит для определения сторон горизонта? Он называется компас. Компас, правильно, правильно. Молодчинка, как называется лес, в котором растут дубы? Дубрава. Там буквы Н и М. Дубрава. Что страшнее, гром или молния? Гром. Страшнее молния, потому что молния имеет очень большой электрический заряд. Какая самая крупная пустыня в мире? Сахара. Какая самая высокая гора Африки? Песня еще есть такая. Килиманджаро. И какая ее высота Килиманджаро? 5800. 5895 метров. Абсолютно верно. Так. Где находится Эйфелева башня? Находится в Париже. Молодчинка. Как вы думаете, увеличился или уменьшился объем воды на Земле с древних времен? Он такой же и остался. Да. Молодец. Правильный ответ. Как называются горячие источники, бьющие из-под земли? Эверест. Как они там? Гейзер. Эверест. Кто такие каннибалы? Это люди, которые едят людей. Да, людоеды. Она бывает северная и южная. О материках. Правильно, Америка. Так. Какой из этих городов Багдад, Дамаск, Рабат или Дубаи является столицей Марокко? Багдад. Рабат. Как называется значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью? Гора. Семен Семенович, назовите самый большой океан на Земле. Тихий. Правильно. Правильно? Да. Молодец, Тихий океан. Молодчинка. Все, я думаю, мы прекрасно сегодня отдохнули. Вот. И до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, мы едем домой. Выходной день в карантине провели, без людей. Всем пока-пока. Хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока!